Ветров движения, молодежный форум региональной организации профсоюза работников народного образования и науки. Он проходил впервые, но уже собрал более 150 участников. В центре юнармеец собрались учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, студенты и профсоюзные лидеры со всего Подмосковья, включая щелковскую делегацию из 6 молодых талантливых педагогов. И, конечно, каждый из них состоит в профсоюзной организации. На момент, когда пришел в школу работать, то есть сразу почувствовал некую материальную поддержку от профсоюза. С момента образования общероссийского профсоюзного движения работников народного образования минули десятилетия. Датой начала его организации считается 9 июня 1905 года. Но и в 21 веке профсоюз не просто слово. В нашем округе очень большой охват профсоюза в наших общеобразовательных организациях и просто образовательных организациях. У нас 97%. Он повышается с каждым годом. Организация помогает специалистам в реализации их деятельности, защищает права работников сферы. И сегодня немало задач, а подобные площадки, как профдвижение, помогают в достижении целей. Раньше мы предполагали вовлекать в профсоюз, а агитировать вступление в профсоюз. То теперь мы агитируем не просто вступать в профсоюз, а принимать активное участие в деятельности профсоюза. Для этого нам надо убедить молодежь в том, что профсоюз – это организация, которая имеет определенные рычаги, определенные возможности для реализации их потребностей. Форум же открывает новые возможности для всех его участников. Не случайно выбрана и тема молодежной политики. 2019 объявлен годом студенческого профсоюзного движения. Программа форума, она насыщенная, она очень емкая. Вы здесь многому чему научитесь, пообщаетесь. Учитесь, обогащаетесь новыми впечатлениями, новыми знаниями, новыми какими-то компетенциями, получаете опыт. В течение 3 дней участников форума ждет множество творческих заданий, тренингов и конкурсов. Ну а в первый день главное знакомство. Меня зовут Роман, я с Орехово-Зуевского района, работаю в Московской школе номер 1, педагог физкультуры. Профсоюз дает уверенность. Здесь взаимопомощь и поддержка словно девиз. Ну а само название форума «Профдвижение» говорит само за себя. И это движение вверх. Анна Балиет, Валерий Жиглетель, радиокомпания «Щелково».